Подходит к завершению 2023 год, и сейчас самое время вспомнить, каким оно было последнее десятилетие для российской медицины в целом и для поликлиники номер 5 в частности. Поликлиника получила новое светлое здание, оснащенное по последнему слову техники. В связи с небывалой популярностью электронной регистратуры, регистраторы ушли домой, а коридоры поликлиник опустели. Помещения старых регистратур с неровными рядами пыльных карт превратились в музейные экспонаты. Были наконец-то введены электронные карты. Именно после их появления врачи могли напряженно и плодотворно работать не только на работе, но и дома, лишь бы был под рукой компьютер. Неотложная помощь поликлинике стала еще более неотложной и быстрее после оснащения новыми машинами. В поликлинику было закуплено новое, современное оборудование. Лаборатория освоила новые методы и вспомнила старые. Но все же главным в профессии врача осталось личное мастерство. Способность врача работать руками. Небывалых высот достигло мастерство не только врачей, но и работников хозчасти. Прежде чем поменять вентиль или убрать снег, они проводят тщательное планирование предстоящей работы. Но сложности были. Были в виде разбросанных по территории машин, которые мешали убирать снег. Однако проблема была решена. Да, машины мешали, но сейчас стало лучше. Закончилась кампания по обмену старых медицинских полисов на новые. Кто не успел поменять, пытался приобрести себе полис на черном рынке. Ну что, принес? Подойдем. Давай. А вы поменяли полис на полис нового образца? Сверение? Простите. На полис единого образца. Хирурги, ортопеды и мануальные терапевты осваивали все новые и новые эффективные методы лечения позвоночника. Долгие годы участковым педиатрам и специалистам приходилось работать в январские каникулы, пока администрация не нашла кардинальный выход из этой ситуации. Как говорится, входа нет, приема нет. А при бассейне в поликлинике номер 1 были открыты новые аттракционы, которые пользовались необычайным успехом как у взрослых, так и у детей. А лучшими корпоративами прошедшего десятилетия были признаны корпоративы травматологических отделений. Так весело и с энтузиазмом Новый год и День медицинского работника не празднуют нигде. С Новым годом вас, друзья, 2024!